В честь дня рождения талантливого физика Камиля Валиева в Доме научной коллаборации Елабужского института Казанского университета состоится научно-практическая конференция. Подробнее об этом узнаете в нашем следующем сюжете. 15 января исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося выпускника Казанского университета Камиля Валиева. В 1954 году он закончил университет с отличием по специальности теоретическая физика. А в аспирантуру поступил к талантливому физику-теоретику Семену Альтшулеру, совместно с которым в дальнейшем реализовал многие проекты. То образование, которое получил Камиль Ахметович Валиев в Казанском университете, и то научное окружение, а это работа с член-корреспондентом Академии наук Семеном Александровичем Альтшулером, окружение тех ученых, которые он работал здесь, все это сыграло, я бы сказал, решающую роль в его становлении как ученого, как ученого-исследователя, как ученого-организатора. Камиль Валиев в 1965 году полностью переключился на новую тематику и вместо теоретической физики начал заниматься полупроводниковой электроникой и фактически стал отцом отечественной микроэлектроники. Физик-теоретик всегда и отличается тем, что он способен работать в любых областях, имея хороший бэкграунд в области теоретической физики и применяя свои навыки и умения, он физик-теоретик всегда успешно может руководить и большими экспериментальными коллективами, и даже, как в случае Камиля Ахметовича Валиева, большими производствами микроэлектронной техники. В памяти талантливом физике в Доме научной коллаборации имени Валиева при Елабужском институте Казанского федерального университета 15 января состоится научно-практическая конференция «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам». Кристина Надыршина, Александр Фирсов, Булат Садыков, Универньюз.